знали, мы тебя не обидим. Дэнни! Закрывай! Беги! Thank you.
Лара! Лара, перелезай! Скорее! Иди к Роту, я за тобой. Но в вертолет садиться нельзя. Просто поверь мне. Прошу, поверь! Беги! Здесь!
Я с большим трудом добрался сюда! Вниз! Мы разобьемся! Быстро! Черт! Да вы совсем рехнулись! Нет. О, Боже. Как ты, Лара? Как она? Ну да, бедная Лара. Что, забыла, из-за кого мы вообще здесь? Это нечестно, Рейс. Ты права. Зря я так сорвалась. Просто Рот. Не знаю, как мы теперь без него. Давайте перенесем его в подходящее место. Он погиб как воин. Похороним его как воина. Катер на берегу. Надо его починить. Попробуем. Не получится. Нам не покинуть этот остров. Да ладно, Лара. Что ты такое говоришь? Мы все обдумаем. Все вместе. Разработаем какой-нибудь новый план. Ты не понимаешь. Никто не понимает. Оно не выпустит нас отсюда. Оно? Лара, тебе нужно поспать. Я всегда первым признаю наличие аномалий. Но этот остров — одна сплошная аномалия. Я здесь не сдохну! Ремонтирую катер, и мы убираемся отсюда! Ты же знаешь, что здесь нечисто, Иона. Я уверена в этом. Я знаю, что логика не поможет нам понять это место. Ты считаешь, что интуиция — это слабость, но это сила. Доверься ей. Ты нужна нам, Лара. Верзила прав.
Я не могу пока уйти. Мне нужно время. Ты знаешь, где мы. Приходи, когда будешь готова. Мы никуда не уйдем без тебя. Держи при себе. Что же мне делать? У тебя есть интуиция. Доверься ей, девочка. Никто не уйдет. Эти бури, они как-то связаны с императрицей Солнца. Это она нас не отпускает. В монастыре есть ритуальный зал. Если штормовые стражи охраняют именно его, то ключ к загадке бурь именно там. Тайный вход со стороны реки. Я поплыву на нем вглубь острова к ритуальному залу. Иона! Рей! Черт возьми! Я должна была пойти с ними. Рассказов о моих родителях, ни похода в горы, уже. Лучше бы они меня убили. Но нет. Вот она я. Жива, здорова. И точно знаю, что ни корабль, ни самолет нас отсюда не вывезет. Сейчас точно. Я чувствую, что разгадка как-то связана с Пимика. И этим монастырем. Надо действовать. Надо найти выход. Кинжал очень древний. У отца в коллекции был похожий. 854 год до нашей эры.
справишься. Thank you.
Древний китайский кинжал, примерно 100-й год нашей эры. С каких времен тут разбиваются корабли?
почти современный, возможно, 18 век. Золотой кар должен был красиво контрастировать с черной лакировкой. Пятна крови. Этим ножом недавно пользовались. Я обещал твоему отцу в нашу последнюю встречу. Я поклялся ему заботиться о тебе, беречь. А что из этого вышло? Я навлек на тебя беду. И теперь ты обо мне заботишься. Стражи, нас ждут великие дела. Вражеский флот. Сейчас прикажет. Дела.
Мне нужна помощь! Все туда! Неплохо, братья! В лесу. Они их разводят? Thank you.
вас вызываю. Мы вышли на берег. Катер в плохом состоянии. Без инструментов его вряд ли починишь. Твоя помощь не помешает. Вы начинайте пока, а я подойду. Будь осторожна. Нас не отпустит. Он держит нас. Я должна вернуться в монастырь. Ты уверена? Да, Сэмми. Но пока ничего никому не говори. Я помогу Рейс починить катер, но потом мне надо будет прогуляться вглубь острова. Лара, не знаю, что сказать. Тебе просто придется мне поверить, Сэмми. Хорошо, будь осторожна. Слишком тихо.